цветами, прекрасным дамам и добрыми словами ко всем. Так в Красногорске встречают гостей. Нарушать традиции не стал и глава округа Дмитрий Владимирович Волков. Он приехал в созвездие для знакомства с новыми гостями центра, членами делегации города-побратима Изюм. Мы должны делать больше общих добрых дел. Очень важно чтить и помнить свою историю. Вот Красногорскую, в целом Красногорской земле, 90 лет в этом году. Так случилось, что в летописи истории Красногорска есть город Изюм. Он называется «Побратим». Брат. Вот. А братьев мы не должны бросать, а братьях мы должны заботиться. Мальчишки и девчонки в Красногорске гостили 10 дней, принимая участие в международной смене-форуме. Приглашение остаться и продлить себе отдых в Подмосковье гости с удовольствием приняли. Ведь лето – это маленькая жизнь, пусть она будет еще ярче и разнообразней. Тем более, что у ребят есть возможность не праздно провести время, а продуктивно – с заботой о здоровье. В центре созвездия они пообщаются с психологами и пройдут оздоровительные процедуры. При этом никто не отменял и расширение кругозора. Поскольку ребята из Белоруссии и Евпатории Североморска приезжают уже неоднократно, ребята из Изюма в течение многих лет не приезжали. Поэтому у нас была возможность, и мы предложили ребятам ознакомиться с достопримечательностями города более подробно и интересно провести время. Они задержатся у нас на несколько дней. С главой ребята поделились впечатлениями от смены форума, рассказали о защите своих проектов, пробах на актерском поприще и необычном опыте исполнения польки на тематическом балу. Особый восторг вызвали посещение музея КМЗ и усадьба Архангельская. Дети были поистине поражены красотами жемчужины Подмосковья. Нам очень запомнились экскурсии, вечера атмосферные были с друзьями. Мы научились новому, нам давали уроки проекта, уроки английского языка также нам давали, оригами, учили нас играть в гольф базовое там, вот, футбол даже был. Домой гости увезут не только ворох приятных воспоминаний и ярких впечатлений, но и презент от главы – футболки, выпущенные специально к 90-летию Красногорска.